Одесская БИПа готовится к финалу четырех, который состоится в Киеве 24-25 февраля. По результатам жеребьевки в сопернике одесситам достался столичный будивельник. Перед поездкой в Киев БИПа проведет еще один домашний поединок с БК Николаев. Главный тренер одесского клуба убежден, проходным этот поединок не будет. Надо пройти Николаев, и потом уже будем готовиться к выездным матчам. Они всегда непростые, и на выезде, конечно, играть сложнее. Тем более сейчас слабых соперников не бывает, и будут очень интересные и захватывающие игры. Перед игрой с Николаевым один из лидеров клуба пополнил ряды БИПы. Кроме того, активно подключается к игре еще один новичок одесского клуба. По словам капитана БИПы, они хорошо вписались в команду. Сейчас добавилось два новых игрока, наверное, уже все знают. Это Саша Кушниров с Николаева и Сергей Попов. Химики выступал в этом году в Кривбасе. Ну как, настроение отличное. Сейчас стараемся как-то сыграться. Накануне игры с БК Николаев БИПа провела открытую тренировку. Игроки и тренерский штаб пообщались с болельщиками. Многие из них поддерживают одесскую команду не один десяток лет и отмечают значительный прогресс в развитии. Как давно болеете за команду? С 91 года. Эта команда может достигать в этом сезоне уже достаточно высоких целей, в том числе и завоевания медалей. ОПШ чемпион! Побеждает только он! Домашний поединок против БК «Николаев» БИПа проведет 12 февраля. Начало матча в 15:00. Яркой победы одесской команде желают Юлия Пробача, Евгений Ячменцев и вся Думская ТВ.